Продолжается официальный визит Нурсултана Назарбаева в Соединенные Штаты. Президент Казахстана провел встречу с президентом Америки. Также состоялись переговоры с главами крупнейших американских и транснациональных компаний. Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился с министром энергетики США Риком Перри и руководителем госагентства корпорации по зарубежным частным инвестициям Рэем Уошберном. Также президент Казахстана провел встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Майклом Пенсом. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Нурсултан Назарбаев и Майкл Пенс отметили важность укрепления и дальнейшего расширения политических и экономических отношений между Казахстаном и США. Встретился глава государства и с главным исполнительным директором компании ExxonMobil Дарреном Вудсом, президентом NASDAQ Адиной Фредман. И в ходе встречи глава государства поприветствовал решение компании о работе в Казахстане. Нурсултан Назарбаев отметил, что для работы финансовых компаний в стране созданы максимум условий. На территории МФЦА будет действовать английское право. Кроме того, участники центра получат различного рода преференции. Решение NASDAQ работать в Астанинском финцентре станет сигналом для других авторитетных международных финансовых организаций. Глава NASDAQ дала высокую оценку планам развития МФЦА и отметила тщательность проработки вопросов работы финцентра. Провел Нурсултан Назарбаев и встречу с президентом Goldman Sachs Харви Шварцем. Подробности в следующих выпусках новостей.